Всем привет! Сегодня будет небольшая подборочка интересных событий в интернете. Это Белогорский Свято-Николаевский монастырь. Монастырь располагается на краю Белой Уральские горы. На краю горы Белой Уральские горы. В Тунгусском муниципальном районе. В 70 километров от города Перми. Температура при съемке минус 25. Хребет Мань-Упу-Ньер. Около 200 миллионов лет назад на месте каменных столбов были высокие горы. Дождь, снег, ветер, мороз и жара постепенно разрушали горы. В первую очередь слабые породы. Находится этот хребет довольно далеко от обитаемых мест. Добраться до столбов могут только подготовленные туристы. Путешествие черепахи на гигантской медузе. Голубая мечеть в Стамбуле, Турция. Фото муравья с капелькой воды. Простенькая когтеточка для кота. В 1997 году осел по имени Мерфи был посмертно награжден за храбрость Красным Крестом Австралии. Во время Дарданеллской операции, развернутой в ходе Первой мировой войны для захвата Константинополя и вывода Турции из войны, Мерфи перевозил раненых солдат, совершая опасное путешествие по скалистым оврагам до госпиталя. Животное тренировал 22-летний санитар-носильщик Джон Симпсон Киркпатрик. Он и научил ослика вместо воды перевозить в главную палатку полевого госпиталя солдат, получивших ранения. Симпсон родился в Англии, но позже переехал в Австралию. В 1914 году он поступил на службу в австралийскую армию в качестве рядового. За 24 дня ему удалось перевести на животных с мест сражений к медпункту более 300 человек. Вместе со своим осликом молодой санитар стал символом австралийского и новозеландского армейского корпуса. Если белоголовый орлан теряет перо на одном крыле, он избавляется от пера и на другом крыле, чтобы сохранять сбалансированный полет. Гигантская черепаха и ее 45 детенышей. Слоновьи ворота, Копенгаген, Дания. Водопад Бигар, Румыния. Сбор урожая лаванды. Южноафриканская республика Йоханнесбург. Цветущие деревья жакарды. Жакаранды. Цветущие деревья жакаранды. А вот такую песочницу кораблик каждый может соорудить в своем дворе. Интересная конструкция для перевозки велосипедов на природу на отдых. В столице Бахрейна Манаме находится потрясающий торговый центр. Между двумя 240-ми башнями установлены три огромных ветряка. Так власти города решили извлечь пользу не только от прибыли, поступающей от деятельности торгового центра, но еще и сделать башни максимально самодостаточными. Кроме этого, здание имеет форму паруса и обтекаемую аэродинамическую поверхность, облегчающую доступ к турбинам воздушных потоков со стороны Персидского залива.
Специалист утверждает, что производимой ветряками энергии хватает на 15% потребностей всего торгового центра. Система, которая превращает пикап в снегоход всего за 15 минут, способна существенно облегчить передвижение в зимнюю пору. А потому все дачники, решившие не в сезон ехать проведать свои владения, или экстремалы-путешественники, ликуйте. Эти 4 гусечные насадки значительно увеличат проходимость вашего автомобиля по снежному бездорожью. Лев спасается от стада разъяренных буйволов в заповеднике Масаи-Мара, Кения. Колесо обозрения Лондонский глаз, Лондон, Великобритания. Люди спасаются от разъяренного дикого слона, прибежавшего из леса в городе Силигури, Индия, 10 февраля 2016 года. Хорошо, у нас слоны не водятся. Спасатель пытается поймать самца шимпанзе, сбежавшего из зоопарка в городе Сендай, в Японии, 14 апреля 2016 года. Беглеца удалось вернуть в зоопарк, предварительно усыпив дротиком со снотворным. Хорошо, никто не пострадал. Ольга Носкова, кондитер из России. Она, как и многие другие, принимает заказы на сладкую продукцию, выкладывает свои творения в Инстаграме. Но именно ее работу попали ведущие западные блоги, европейцы в восхищение. Эти торты слишком хороши, чтобы кто-нибудь просто так взял и съел. Это настоящее произведение искусства. Такими восторженными отзывами о шедеврах российского кондитера Ольги Носковой переполнен сегодня интернет. И торты, которые она делает, действительно уникальны. Деревянная поделка. Фигурка бобра сделана полностью из дерева. Всем спасибо, всем удачи!